Знаешь, я не в восторге от коллекции этого сезона. Кроме великих, которые остаются на уровне, остальные молодежь. О! Это же чистое непотребство. Срамота, просто срамота. А с Элен что творится? Видел ее парня? Вот, гляди. Он парковщик, представляешь? Элен парковщик. Денег у него нет, он не Аполлон. Что она в нем находит? Разве что скрытые таланты. Как я сразу не понял. Боже, это, наверное, что-то с чем-то. Привет, Ришар. Как ты? Неплохо. Когда свадьба? Да ладно, это все сказки журналистов. Можешь оказать мне услугу? Само собой. Когда вы поженитесь, не приходи в этот ресторан. Мне будет неприятно парковать твою машину. Ришар, что? Это был розыгрыш. Между мной и Еленой ничего нет и не было. Ну да. Это правда. Я пока не могу объяснить, но скоро все расскажу. И ты поймешь, что зря переживал. Тебе стыдно, я знаю. Стыдно? Ты выгнал меня, чтобы трахнуть топ-модель, а теперь женишься, а я остаюсь у матери. Она вчера швырнула в меня бутылкой. Ришар, я жениться не собираюсь. И я уверен, ты всучил ей кольцо Эмили. Ты аморален, порочен, а они на тебя вешаются. Ну и трахай их, только счастлив ты не будешь. Да никого я не трахал, понятно? Я не вру, Ришар, у меня ничего нет с Еленой. Я говорю это только тебе. Ты мой друг, и скоро мы снова будем жить вместе. А ты не брешешь мне? Нет, даю слово. Хоть ты и рожа, но я тебя люблю. Франсуа, спасибо. Не отгоняйте машину, я на минуту. Месье Пиньон здесь? Да. Спасибо. Это к тебе. Карина. Сволочь. Слушай, я ее не знаю.